Это пятая пошлая история от дикобраза. Ролик основан на реальных событиях. Отвечаю, ёпта! Поехал я на фестиваль. Взял с собой китайскую чудо-палатку, которую быстро разберешь, но хуй соберешь, ну, чтобы там штурмовать кого-нибудь. Приехали на место, расположились, и я пошел к сцене. Потусил под известные мне группы, встретил там девчонку, с которой мы раньше только общались в соцсети, но ни разу еще не виделись, ну до того дня. Ох, сейчас что-то будет. Пошли до моей палатки. И ты там ее жухнул, да? Нет. Посидели, поели, пообщались. Ну, думаю, пора ее уже штурмовать. Сажусь рядом с ней, целуемся, залезаю под лифчик. Профи типа такой, да? Затем спускаюсь ниже. А там Юда, да? Не дошел. Она говорит, не сейчас. Охуело, что ли? Ебаться надо. Да? Спросила, с кем я буду ночевать в палатке. Один. В палатке на фестивале один. Она спрашивает, можно ли ей переночевать у меня. Ясен хуй. Пошли к сцене, выступала незнакомая для нас группа. Поднялись чуть выше сцены. Лежим, целуемся, все дела. Она была в коротеньких шортах. Но штурмую ее шортики. А там хуй, да? Потихоньку дохожу до ее писечки. Писечки? Ну да. Начинаю ей мастурбировать. Так. Потом зову ее обратно к себе в палатку. А она отказывается, ссылаясь на то, что она будет ночевать. Ты там ее жухнул, да? Слушай, да и последняя группа скоро будет выступать, ради которой мы и пришли сюда. Спустя время спустились к сцене и... Торнадо. Взрыв. Может, ты встретил бывшую? А может, с ней случилось что-то? Или может, ты просто обосрался? Тут она встретила своего друга. Типа старые друзья и все дела. Вот концерт закончился, и она говорит, что сейчас чутка потусит со своим другом, а потом придет ко мне. Конечно. В надежде на то, что она придет ко мне. Иду к себе, не иду дальше кого-то штурмовать и просто ложусь спать. Ой, блядь. Как и думал, она не пришла. Не стал сильно расстраиваться, ведь фестиваль длится 3 дня. Найду еще себе кого-нибудь. Ты меня отвлекайся, рассказывай дальше. Второй день фестиваля. Выступают хорошие группы. Лето, жара, рок, пляж, девчонки. Охуенно. Вот наступил вечер. Сижу с незнакомой мне компанией, поем песни под гитару. И тут одной девушке приспичило искупаться. И никто больше не согласился пойти с ней, ну кроме меня. Впрочем, это уже совсем другая история. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои его пошлые истории. И не только. Вступайте в группу, где ВКонтакте. Добавляйтесь в друзья, и чтобы девушки вам давали. А не как этому оленю.